зачем там свечи? Свечи для того, чтобы показать, что ты думаешь о ком-то. О, можно зажгу? Если хочешь, только не обожгись. Спасибо. Для мамы и папы. Присмотри за ними. Забавно. Звук такой. Это эхо. Эй! Хьюго, здесь могут быть люди. А. Это четки. Зачем они? Чтобы молиться. С ними можно говорить? С мамой и папой? Да, конечно. Прости мне зло, которое я только что совершила. Я никогда... Анисия, ты мне делаешь больно. Прости. Смотри, тут есть лестница. Может, мы здесь выберемся? Надо залезть наверх. Надеюсь, лестница не сломается. Не сломается, Хьюго, поверь. Амисия, там кто-то есть. Дети, что вы тут делаете? Отец, нам нужна помощь. Уходите, нечего здесь делать. Тут очень опасно. Подождите, пожалуйста, это важно. Надо пойти поговорить с ним. Может, он знает, где найти Лаврентия? Давай спросим его об этом. О, они все сломали. Что здесь происходит? Может, тут делают кровати? Я так не думаю. Я знаю этот запах. Лечебные травы. Должно быть, монахи положили их в воду, чтобы очиститься. Матушка так делала. Такие красивые. Это гвоздики. В моем гербарии такие же, но эти красивцы. Хьюго, идем дальше. Подожди, иди сюда. Что? Он тебя защитит, а еще он красивый. О, ладно. Можно идти. Спасибо, Хьюго. Пожалуйста. Отец! Опять ты? Я велел тебе уходить! На секунду, буквально! Ты не понимаешь! Уходи, пока можешь! Пожалуйста, нам нужна помощь! Помогите хотя бы ради него! Роберт Дерун! Его герб! Мы его дети!
Мы ищем Лаврентия. Он доктор. Вы его знаете? Да, да, я знаю его. И знаю, что он лечил ваш... Отец, почему на дверях в деревне кресты? Там правда чума? Все началось с укусов. Ночных укусов. Потом болезнь распространилась. Сначала по отдельным семьям, а потом по всем. Лихорадка усилилась. Люди стали умирать. И когда мы наконец поняли, откуда это взялось, было уже слишком поздно. Откуда оно все взялось? Почти пришли. Брат Морель должен быть там. Нас только двое осталось. Монах второй. Надо лезть наверх. Факел придется оставить. Нет, пожалуйста. Успокойся. Тут есть подставка. Без света мы не останемся. И что потом? Что-нибудь придумаем. Я не понимаю, почему их тут так много. Огонь! Нам нужен огонь! Дерево быстро прогорит. Надо спешить. Пошли прочь, Фиг. Убирайтесь. Успокойся, Хьюго. Свет нас защитит. Понял. Так вот что за чума. Крысы. Священник говорил, что можно выбраться через крипту. Значит, можно просто уйти? Крипта трех святых. Об этом пути и говорил святой отец. Нужно искать другой путь. Давай, я помогу. Ладно. Пожалуй, я собью эту штуку. Побудь здесь, я быстро. Стою тут. Они их сожрали. Теперь можно. Ладно. Забирайся. Ладно. Никуда не уходи, я скоро вернусь. А? Да. Ладно, пойдем одновременно. Все в порядке, теперь можно идти. Да, да. Иди за мной. Ага.
Так шумят. Хьюго, успокойся. Что? Это не поможет против крыс? Нет. Пахнет пивом. Возможно, тут они его варили. Неплохо. Совсем неплохо. Крыс нет. Здесь факелов. Как мы? Что же делать? Побудь здесь, ладно? Ладно. Это должно их отвлечь. Ты думаешь? Еще немного мяса и порядок. Почти уже у выхода. Хорошо, надо быть осторожнее. Так они до нас не доберутся. Мы не упадем. Держись за меня крепче. Тут факел. При сутки отверстие. Я это подниму. Доберешься до факела. Да. Тяжело! Хьюго, быстрей! Давай! О, нет! В порядке? Да, стой, где стоишь. Там пол еле держится. Они еще как мне вернуться обратно? Не беспокойся, что-нибудь придумаем. Пока ты с факелом, ты в безопасности. Ну, а как же ты? Мы пойдем вместе. Свет через решетку будет защищать и меня. Ты готов? Готов. Ну тогда идем. Медленно. Хорошо. Смотри, там дыра. Дай тебе факел. Да, на моей стороне слишком много крыс. А мне как пройти? Там дыра за тобой. Других способов я не вижу. Пролезь там, я встречу тебя на другой стороне. Ты думаешь? Если заметишь крыс, просто остановись. Я сейчас буду. Ладно, ну пожалуйста, быстрее.
Надо спешить. Амисия, давай быстрее. Хьюго, что случилось? Хьюго, скажи что-нибудь. Ну же, давай. Тебя укусили? Нет, я нашла лестницу, но там внизу крысы. Я расчищу тебе проход, и ты спустишься. Успокойся, Амисия. Ты в порядке, он в порядке. Соберись. Очень быстро! Долго сдерживать крыс не получится! Отлично! Спасибо! Оставлять себя одного. Это рискованно. Все хорошо. Сначала ты. Конечно. На борт крестоносца. Жди меня здесь. Стою тут. Теперь можно. Зайду. Спасибо. Теперь идем отсюда. Да, далеко-далеко.
Это упростит мне жизнь. Лиз, давай! Да. Ох, что это на земле? Все равно пойдем. Да, сюда же мы как-то добрались. Все будет хорошо. Держись рядом. Что это на стенах? Я не знаю. Это все они. Ты думаешь? Да, мы угодили в гнездо. То есть они станут еще злее? Стены. Ах, воздух жжет мне горло. Вон там свет. Мы дошли, Хьюго. Нет, беги, Хьюго, беги. Вот, отстаньте. Мы смогли. Амисия, я хочу к маме. Миша, мы больше не сможем вернуться домой. Нет, это слишком опасно. Там тоже крысы. Наверное, я не знаю, Хьюго. Я боюсь, что нас найдут, когда стемнеет. Лаврентий позаботится о нас. Идем. Наверху, ветряная мельница. Это ферма Лаврентия? Надеюсь. Я никогда не видел мельницы. Если мы будем осторожны, ты скоро ее увидишь. Амисия, смотри, это тот, кто напал на нас дом. Инквизиция здесь. Как они это делают? Они же, блядь, животные! Я что, похож на крысу? Я откуда знаю? Думается, мне этой сраной звездкой мы их гнезда не выведем. Хочешь, не хочешь, а с ними придется разобраться, пока светло. Эти темноту любят. Ладно, за дело. Какой странный звук. Ничего, пусто. Амисия,
Смотри, там мост, он ведет к ферме. Сколько времени впустую? Великий инквизитор мог бы прямо сказать, чего от нас хочет. Этот шум. Что это было? Вот и ладно. Мимо нас и мышь не проскочит. Тут все перекрыли. Я пойду к мосту. Повозку вернем, когда баррикады растащим. Что за... Погоди-ка. Эй! Сегодня твой последний... Я точно видел, что там что-то двигалось. Эй, тут кто-то есть! Ася! Ася! Этот звук, он же оттуда, да? Вот и ладно. Мимо нас и мышь не проскочит. Тут все перекрыли. Я пойду к мосту. А вот здесь ничего. В ловушке. Там дыра в стене. Я не пролезу. Тебе придется открыть мне окно изнутри. Они заметят меня. Не переживай, я их отвлеку. Я скоро вернусь. Только не шуми, хорошо? Я тебя подожду. Что там за шум? Ну же! Иду! Ничего нет. Вон там! Посторонний! Сюда! Мы в ловушке. Там дыра. Сиди тихо и жди меня здесь. Ладно, побуду здесь. Шум. Что там творится? Ну же. Иду. Что ж, пусто. Вот так. Теперь я. Уже второй раз. Надо глянуть, что там.
отец! Амисия, нам нужно уходить отсюда. Нет ничего. Меня больше не проведешь. Можешь идти сюда? Да. Никуда не уходи и будь потише. Я скоро буду. Останусь тут. Да что за шум? Все в порядке, Хьюго. Иду. О нет, они оцепили ферму. Передайте Николаю, что дорога перекрыта. Мы будем осматривать всех, и людей, и повозки. И что именно мы ищем? 5-летнего пацана. Хьюго Деруна, светлого, голубоглазого. Они говорят обо мне. Он почему? Он там живым. Капитан Фелит, сейчас. Мне нужно живыми. Странно это. Говорят, дело важное. Капитану Николаю сам великий инквизитор приказал. Поэтому глядите в оба. Осторожно, он стражник. Да. Хорошо. Там кто-то шумит. Не торопись. Хорошо, ни звука. Пусто. Амисия? Что? Что я сделал? Почему они меня ищут? Ничего такого ты не делал. Если кто тут и виноват, то только они. Если нас поймают, будут мучить? Они нас не поймают, понял? Ладно. Хьюго? Хьюго! Где ты? Хьюго, это не смешно!